и хотя бы на уровне третьего Терминатора могли бы выйти. А здесь я пока вообще, ну, типа, предполагаю полный провал. Рейтинг на Кинопоиске в районе 5,8 или 6,1. Так что, ну, посмотрим, в принципе. Я типа не впечатлен. Я вообще считаю, что серия должна была развиваться в другом направлении, либо реально про войну уже в будущем снимать, но не так хуёво, как в четвертом Терминаторе, а именно полноценное какое-нибудь такое. Тем более, исходный материал же был. Джеймс